Дороги, прилегающие территории, парки, набережные и секционные площадки. Благоустройство, умноженное на 3, Витебск, Полоцк и Новополоцк, проводили максимально оперативно и, что немаловажно, качественно. В красоту Северного края, которым будут восхищаться его жители и после форума, вложены немалые средства. Только на модернизацию основных объектов форума, таких как летний амфитеатр, гостиница и концертный зал «Витебск», из республиканского и областного бюджетов было выделено около 100 миллионов рублей. Очень огромная работа проведена по благоустройству города Витебска. Кроме вот этих, скажем так, крупных масштабных проектов, в городе приводились в порядок и проспекты, асфальтировались и дворовые территории, обновлялись фасады домов. То есть вот все, что было сделано в Витебске, это, конечно же, будет впечатлять и гостей города Витебска, и, конечно же, местных жителей. Северный регион перед форумом благоустроили, в том числе и усилиями неравнодушных жителей. В Полоцке провели 3 субботника, в Витебске и Новополоцке их организуют в эти выходные. Все задачи, которые нам поставлены председателем Совета Республики, губернатором по подготовке города и тех площадок, которые мы готовим для форума регионов, готовы. Мы готовы встречать наших гостей. Также мы к этому мероприятию подготовили открытие нашего городского музея после реконструкции. Мы и отработали маршруты движения, где будут проезжать наши участники форума. Подготовили город именно так, чтобы показать вот то, что кроме наших гигантов предприятий, еще есть город, где живут наши люди, где учится наша молодежь. 2 площадки в городе – это Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой. Там до 80 человек будет участников. И на Полимире тоже ожидается до 60 непосредственно участников, плюс гости, которые посетят в этот период наш город. Форум регионов – это новый посыл и импульс для развития нашего региона. Мы уже находимся на финишной прямой. У нас будет заседать 4 секции. Площадки уже эти готовы. Все здания, историко-культурные ценности, будут созданы комфортные условия и для работы. Подготовлены места сегодня и для отдыха, питания. Будет задействованы наши экскурсоводы. Ну, город готов сегодня к проведению этого мероприятия. На форуме ожидаются представители 60 регионов России. Витебская область готовится встречать делегации самых разных уровней. Программа соответствующая. От подписания договоров до разноплановых выставок и презентаций. Заинтересует не только гостей, но и местных жителей. Их оценка особенно важна. Все увидят красоту нашего региона и как минимум вернутся сюда с друзьями, с семьями, расскажут своим знакомым. И это спровоцирует еще больше приток гостей. И, соответственно, мы будем обязаны их и покормить, и разместить. И это как бы такие взаимодополняющие процессы, которые позволят регион вывести еще на более высокую орбиту. В этом году форум регионов Беларуси и России впервые пройдет в триедином формате. Его планируют применять и во время других знаковых мероприятий. Это будет способствовать повышению туристической привлекательности областного центра, самого древнего и самого молодого городов Беларуси.